Помните, мы... Бегом, бегом! Бегом! Пойдем. У меня вопрос, кто ударил? Я. Кто? Я сказал, чтобы здесь поздравить новокрещенных. Не предупреждено, ничего, я стою. Я не знал, что вы здесь. Да знать не надо, я здесь уже никто не имеет права стучать. Не превышайте свои полномочия. Значит, придется еще раз собирать. А чтобы не собирать, мы помолимся за 100 раз собрали. Когда я в лагере, колокол у меня берутся разрешение. Ударить нет. Я зашел на кухню, я говорю, минут 15. Я сбыл дальше, повара стоят здесь. Теперь через 20 минут будет. Вы понимаете, за этим сколько еще идет? Чтобы знали, когда будет 22 июня наступает. Шапки долой, коли я говорю. Господи, слава тебе. Ты совершил дивное. Господи, да будут эти имена прочно впитаны в книгу жизни, кто принял крещение. Помоги нам, Господи, достичь обещанной обители Царства Небесного. Помоги быть мужественными и сохранить и другим рассказать о той радости, которую дает нам Слово Божие, когда мы исполняем его. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь. Так, я в церкви не видел, как что стояли. Мне показалось, что замечаний никаких нет сегодня. Кто передо мной был, стояли, все хорошо стояли. Кто впереди стоял, были какие замечания, нет? Нет. То есть, понимаете, как дети все стали выполнять, они знают. Приехали, ничего не знали. Или, а всего один месяц, но ваши дети, это вы видите изменения какие-то, нет? Ну, конечно. Я ничего особенно не скрываю, Андрюша. Говорю, как есть. Вы мать, вот уезжать будете, они сколько, если думаете забирать их, как будут бить колокол, как мы их будем спрашивать об обидах каких. А вы станете как прокладка между мной и ими, чтобы они меня не боялись. И вы тогда увидите, что это ему бояться нечего, он уезжает навсегда. Не надо думать, что я его запугал, а теперь спрашивает, он трясется и говорит, ну, мама, никто не дебил. Ну, вот он сейчас и так отвечает, тот уже дебил. Вы видели дивное чудо сегодня. Рождение и смерть, соединенные вместе и дающие такое торжество. Смерть в водах, умер и воскрес. Это единственное место в жизни человека, где такое совершается. Одновременно празднуется и смерть, и воскресение из мертвых. Но это только воображение наше. Реалия, буквально соприкосновение со Христом у них произошло после этого, когда они пришли в храм и причастились. У нас больше нигде этого нет. Католики объявили второе место, где можно соприкоснуться со Христом. Это в наместнике Христа на земле в Папе Римском. Как, что к Папе, то ко Христу. Православие никогда на это не пойдет. Папа такой же человек и также нуждается в прощении. Так что кто за чего бил, выходите, выполните, для чего собрали людей. Для чего мы собраны? Кто поющий, сюда еще. Кто да поет у нас? Попоют. Все, выходите. Да можете и новокрещенные тоже. Сестры, кто поет? Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой. Вопрос грозно встречает последнее время. Зовет на последний решительный бой. Вас грозно встречает последнее время. Зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые, неверье ведет нам на лютую брань. Сомкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстанет. Сомкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстанет. Битве
победу священное пламя. Пусть ярче горит над руинами зла. Несите вперед христианское знамя. Любви бескорыстной Христова добра. Несите вперед христианское знамя. Любви бескорыстной Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут биенье одно на груди у креста. А завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста. А завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста. Вперед, не робея, на смену идите. Усталым борцам не страшитесь креста, растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие креста. Растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие креста. Выбираете новую, я скажу, как родилась эта песня. Ее писал человек, который находился в тяжелейших условиях в ГУЛАГе. У него не было надежды, что он когда-либо выйдет. Это писал не православный, писал для баптистской молодежи. Я не знаю, автор указан или нет. Георгий Петрович Винц. Это фильм поставлен сейчас есть, кажется, что-то там. В вузах какой-то. Евангелие в вузах. Евангелие в вузах. Евангелие в вузах. Можно будет посмотреть. Христиане, не себя. Мне рассказывали это про него. Понимаете, принципиальный, говорит, человек, как себя ведет. Его назначили разгружать машину в лагере. Кормить надо. Там работает киоск. Приходят люди, которые покупают заключенные, если у него на карточке что-то есть. И он уносит все. Но предварительно спрашивает, что здесь. Конфеты, печенье. И, наконец, ящик, ему говорят, это папиросы. Он остановился. А охранник смотрит. Так, берите. ЗЭК 385 номер. Я не могу брать. Это во вред человеку. Его уже привезли, его все равно выкурят. Не дури. Я не могу. Так. Указаний нет, что с ним делать. Он стоит над ним. Оставляет на ночь. Я не знаю, милиция меняется или нет, охранники, там, краснопогонники. А он стоит на морозе, замерзает. Ну вот, рядом магазин, открой, ты бык упрямый. Он не слышит никого, он стоит, он рукой не крестится. Ну, похвально или не похвально это? Проходит совсем немного времени, совсем мало. И советское правительство обменивает его на человека, который нужен здесь, попался там. Если хотите, можете узнать. Его вызывает, какой он есть. Куда? На допрос. Срочно путь вертолетом до аэродрома Москвы. Немедленно там. Проходит 2 дня, он вместе с президентом США выступает в одном месте, его речь слышит. Как Иосиф был в тюрьме, теперь премьер-министр Египет. Все должны его слушаться. Это делает Бог. Вот. Доверься ему, и ты увидишь, как вот, которые крестились. Женщины, приложите все силы, чтобы над мужьями ни одна не командовала из знакомых вам. Чтобы она не выжимала из него. Женщина-то она ведь, ну, слабое создание-то. И дал тебе Бог руководитель. Я сегодня прочитал, одна молодая устраивается на работу. Ну, как говорят, в виде анекдота. Ну, а куда? Работы никакой нет. Она объявление увидела, требуется секретарша. Ну, хоть как-то сунулась, а... который там набирает, он говорит, мы молодая организация, у нас маленький оклад, говорит, и поэтому так. Ну, она и говорит, ну, я могу дополнительные услуги оказывать. Ну, ее не взяли, а молодой человек, она сказала, могу дополнительные услуги, он говорит, да я женат, я люблю жену. Когда она вышла за ограду, то она думает, что же я брякла, а он-то что понял-то. У нее только одно желание,
краску зашла вся. Ну, секретарша кто? Начальником. И она говорит, у меня только одна мысль, как теперь вернуться и положение поправить. А мужчина в такой уязвимой позиции-то не бывает. Она ничего плохого не сказала. Но так как этот ход уже везде замощен дьяволом, надо думать. Вот в Англии провели эксперимент. Там многие люди опрошены. Речь идет о десятках тысяч. Женщина 25% ниже мужчины по развитию. Независимо от того, у нее хоть 5 университетов. Вот Япония знает. Вот в семье муж глава. Беспрекословно глава. Ее с детства учат, как у мусульман. Ты должна молчать. Он пришел с работы. Он усталый. Улыбка. У тебя все должно быть готово. Чтобы его никуда не тянуло. Только домой он бежал. Утром встают, она первым делом поприветствовать его. В семье ребенку 4 года, дочери 22 года. Он дочери не кланяется, пацан. Он подошел отцу и матери. Дочь пошла отцу и матери, и ему 4-летнему. Это мужчина растет. Не подкаблучник. Вот слово сказать, у нас третий человек должен будет ехать. И я говорил, что вот какой он, даже не подкаблучник, а он вообще распластанный, как шкура медведя убитого. И никакого ответа нет. Поедет, не поедет. Мне документы составлять, я завис. Теперь я уже разговариваю даже с другой, говорю, с другого города. Вот он снимает. Михаил Кальмаев, я говорю, ты дай знать, на работу не выйдешь. Поедешь ты. Но мне нужен там шофер. Два шофера, у нас когда двое были, они попеременно машину, когда большие пространства, они гнали. 10 отбоев, 2 подъем. Ну и ночью самый опытный сидит, а расцветал, он ложится на заднее сиденье, поехали дальше. И вдруг сегодня я выхожу на этого человека, и он говорит, я согласен. То есть для меня это полная неожиданность была. Я уже считал, что он не звонит, он списан. Я говорю, тебя... В прошлый раз, когда позвонил, я говорю, ты, ну не будь таким подкаблучником-то. Там жена, ну, веры никакой нет, она им как хочет крутится. Я говорю, жена-то знает? Да не знает. Теперь главная задача, чтобы не знала, выехал. Потом весь наш договор-то пойдет в одно место, как говорят. Так что сегодня будем говорить и помолимся. Я не называю человека специально. Вот. Чтобы он был другим. Я в это не верю, конечно, что там невозможно быть другим, пока жена не обратится к Богу. А он мог бы обратиться. А если он одна стоит на своем, большая опасность, грозная опасность. От неверующей жены можно ожидать что угодно. Что угодно. Я конкретно говорю даже не про него. Поэтому, сестры, вам задание сегодня, кто приняли крещение. У вас свой круг общения, кому-то звоните, знаете людей. А сейчас в Москве мода какая пошла, встречается, если где-то, чтобы обязательно жена была полностью голая, ни нитки на не было. Гостям показать, какая она есть. А что показывать-то? Больше ничего нет. У меня ребенок отвел ее, показал писю. У него больше ничего нету. А у другого, наверное, он не понял, что у нее, говорит, ты мне покажи. А сам-то смотреть не на что. Поэтому у сестер очень большая миссия. Приучить слушаться мужей. В Библии есть слова некоторые, которые требуют истолкования. Если жена не ходит по твоей власти, отсеки ее от плоти своей. А как от плоти? Моя плоть. Где-то она соединяется с ней. А жена начинает козырять. А я его к себе не подпущу. Ты не разговаривай. Переместись в другую комнату. Она через 2 дня у тебя будет там в ногах сидеть. А мужчина расхлюпанный такой. Он, да ты виду даже не подает. А она когда настоящая женщина на этого не скажет никогда. Никогда. Потому что она не властна своим телом, но мужчина. И мужчина не властен, а жена. Благословен Господь, что увидели мы сегодня радость эту, и чтобы наши жены, вышедшие из вод купели, были другими. Ваша задача, как у японцев, я спрашиваю, какая ваша главная задача? Она говорит, поддерживать авторитет мужа. Вот Хиллари Клинтон. Он запутался там со своими секретарями-то. Ей только восстать на него, она понимает, если она его поможет свалить, то и она не цариса. Она разобралась, а что я этим выиграл? Ну ладно, мы разведемся, что дальше? Женщина может развестись с мужем, когда он изменяет. Но Василий Великий говорит, и тогда не даем совета, перетерпи. И будет все по-другому. Пройдет время, перебесится, время уходит. Ну что ты так, приватизировала его и... Мусульман у нас четвермя беседует, а я говорю, знаю, костюм висит здесь, через 3 ночи он придет ко мне. Это другой менталитет. У нас совершенно иное, Бог повелел. И жена с
сравнивается с церковью, вдумайтесь в это. С церковью, ты церковь. А тогда говорят, а Христос-то церковь, когда не слушает, что делает, как он ее переворачивает, как жжет, вроде мужику дана воля такая, один раз получку добавил, как у старобрядцев, каждую субботу профилактику перед баней. А ты скажи, нет. Иоанн Златоуст говорит, и слышны вопли, муж пришел с работы, как будто зверь затянул добычу в логовище и терзает ее там. Ну, бывает, живут, как голубь, голубка. То в форточку он вылетит, то она. Так, ну что, можно садиться за стол? А еще проведем? Ну, давайте. Игнат Тихонович, с деревни позвонили, спрашивают, когда лодки будут, катание. Так, кому? Ко мне не говорите, не говорите, я полностью отсутствую. Пообедайте, скажите, там, ну, назначь, через час. А занятия будут? Не будет. Я думаю, никак, а потому что мы слишком заняты. Показательный-то я покажу собаками. Ну, после сейчас поедем. Собаками, да. Давайте покажу. Вот я говорил, что когда пообедаете, никто не расходится. Сергей Павлович, он за, ну, профессиональный кинолог, дрессировщик собак. И у него собака, чемпион России. И он приедет, приведет собак, они у него здесь потеряют какие-то. Ну и там выйдем на полигон, футбольное поле, и он покажет, какие у него красавцы. Вот батюшкина как раз его дочка. Согласны? Да! Вам будет все это очень интересно. А потом катание на лодке. Потом катание на лодке. Каким сообщить, чтобы те деревенские пришли, посмотрели, на какие умные собаки. Немецкая овчарка, самая умная из всех пород. Детям это чрезвычайно интересно будет. Давайте, песнопение и сразу за стол. Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовал собой. Огонь любви он всем принес. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Вот путник он устал, изнемог пути, согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог, засветит солнце впереди. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты не можешь, и огонь любви зажги, чтобы он смог тот путь найти. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Если станет очень тяжело тебе, суровый мир гасит огонь, не унывай, ведь любящий Господь с тобой, он сохранит светильный твой. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй с собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца, которым счастьем навсегда. Платочки! Платочки показать! У кого платочка нет? Сегодня льгота только крещеным. За стол. Я к вам не хочу. Молодец. Ваня, там что, твои сестры, что ли? Да. Да. И братья. Thank you.
хлеб повесить, а потом ложку в хлеб, не должен подносить. Потому что мне надо склоняться на чашке, так только живот не держит. Не склоняться не держит. А человек тебе это понравится. Довольно? Я понял. Все же здоровые. Помолиться. Не хочется разговаривать. Так, на лодке бы без меня как-нибудь могли бы. Эмоций много. Здесь братьев много. Мне надо газельку до конца довести. Ладно. Конечно, хотелось бы кое-кого прокатить. Руки сюда. Так, подожди, это. Я хотел бы дежурить. Да, сейчас сделаю. Кепку сними эту. Кепку сниму. Чуть согнулся здесь. Распрями плечи. Христианин. Пальцы в рот не суй. Пальцы в рот не суй. Простите. Сейчас сохрани, там у нас будет еще и собак снимать, и беседа будет. Надо перезарядку сделать. А у меня заряжается. Давайте садитесь. Тихо. Внимание всем. Внимание. Слушай внимательно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию, ешь до сыта. До сливочка. Что такое? Где это? Да быстрее давай. Ты чё, ты кто их берёшь?